Привет, друзья! С вами Рустам и Оксана. Сегодня приготовим очень вкусный рецепт медовых крылышек. Значит, здесь у нас 1,5 килограмма крылышек. Понадобится нам перчик, масло для жарки, соль, мед, соевый соус и пару зубчиков чеснока. Давайте готовить. Крылышки разрезаем на фаланги. Теперь нужно посолить и поперчить, но солить с таким учетом, что соевый соус тоже немножко соленый. Тщательно перемешаем. По желанию можно добавить паприку. В разогретую сковородку наливаем растительного масла. Разогреваем его. В разогретое масло опускаем крылышки. И обжариваем. Прям нужно хорошо их пожарить. Пока обжариваются крылышки, приготовим соус. На килограмм мяса 100 мл соевого соуса, 1-2 столовые ложки меда по вкусу, 1-2 зубчика чеснока, тоже по желанию, по вкусу. Все очень хорошо перемешиваем. Крылышки обжариваем вот до такого состояния и добавляем соус. Тщательно перемешиваем, чтобы соус пропитался в каждую крылышку. В течение 10 минут, периодически помешивая, как раз соус выпарится в течение 10 минут, и крылышки будут готовы. Прошло около 4 минут, соус выпаривается и начинает густеть. Крылышки готовы, можно убирать с плиты. Вот получается крылышки, обалденно вкусный соус. Можно посыпать кунжутом сверху, по желанию. И подавать. Готовьте. Приятного всем аппетита и до следующих рецептов.